чайся заварить. Топ! Так, ну нет! Ну, блядь! Ну зачем? Не хочу! Поделиться, да, поделиться. Так, случайный аркана сет. Что здесь у нас вообще падает? Тут, по-моему, все арканы, ну да. Хорош! Хорош! Завезло! Дамы и господа, всем привет, с вами Топ Дота, и сегодня будем открывать кейсы на тесте drop.ru. Я слышал, тут сделали закуп каких-то лютых аркан, вот здесь вот, ну, собака где? Вот, 40 аркан. В общем, 40 аркан, постараемся выбить их все, но самое интересное, что здесь есть вот этот вот лысый молодой человек под именем Сергей Дружко. И сейчас будем открывать его кейс. Я хочу открыть 10 кейсов, посмотреть, что с этого замечательного сундука падает. Тут нам рисуют, что все очень красиво. Давайте начинать. Я вообще не знаю, 99 рублей стоит сундучок. В принципе, халява, так что посмотрим. Ну, конечно, это забавно. Я вообще не понимаю, как Дружко относится к Доте, но то, что есть его кейс, это, конечно, в принципе, хорошо. Так, что это такое? Шляпа. Так, шляпа, нормально. Нормально, шляпа за 170, но 170 рублей нам не надо. Идем дальше. Я хочу себе догон. Догон или аркану, конечно же. Так. Кстати, чуваки, если что, можете тут скинами пополнять. Я вот тут замечательную такую кнопку нажал, пополнил скинами. И все у меня было хорошо. Блин, что за говно падает? И летают ДК-хуки, они меня немного смущают. Надеюсь, это от дропа меня отвлекать не будет. Какой-то со страшным названием какой-то тигр выскочил за 120 рубасов. Ну, в принципе, он нас окупил, так что меня он устраивает. Какой же кейс? Пятый, наверное? Мы пока выбиваем всякий шлак только. Так... Так, хорошо, оставляем. Чуваки, если сегодня что-нибудь годное поднимем, то обязательно это разыграем, поэтому досматривайте это дерьмо до конца и участвуйте в розыгрыше. Там внизу оставите коммент, какой-нибудь там лайк нажмете, подписку, но это стандартная дефолтная тема. Сейчас мы как минимум с Кади уже можем разыграть. Ну или вот этот дрынь за десятку, тоже ничего. Но нет, я его продам, думаю, он не сильно вам нужен, не сильно вы по нему будете скучать. Я на самом деле даже не знаю половину из этих вещей, потому что в доту я давно не играл, и поэтому мне даже вот странно, я не знаю, вот это вот радоваться мне этому дерьму или нет, что это? 11 рублей, думаю, не стоит. Так, крутим дальше. Да, хорошо, продал. Блин, если аркана сегодня не заберем, чуваки, то это будет полное говно, потому что без аркана ролики неинтересно будет смотреть, так, ну... Не, ну ладно, догон на Никса тоже хорошо. Попробовать снова, давайте дальше покрутим, не знаю. Ну, уже как минимум Скади и догон мы подняли, так что, в принципе, есть к чему еще стремиться, но я уже доволен, Дружко кейс, мне нравится, советую. Oh my god, what the fuck, chicken McNuggets, что это? 220 рублей. Блин, я не знаю, я хз вообще на кого это. Ну ладно, я продам, потому что, ну вроде прикольно, но даже не знаю на кого это герой, хер с ним. Давайте еще один кейс крутанем и пойдем что-нибудь дальше. Попробуем, поиспытуем. Будем сегодня ревизору на дота рулетке. Рулетки, опен кейсе, не знаю, как это правильно называется. Еще один догон, да ну нахер. Так, хорошо, догон, все. Меня устраивает, в принципе, Дружко кейс. Мне в целом он понравился. Давайте дальше пойдем. Кстати, бесплатный кейс, чуваки. Если вы не в курсе, тут есть бесплатный, мать его, кейс. И нажимаем вот так вот. Тут вылазит какой-то типа там... Здрасте, добрый вечер. У меня большой монитор. Опа, все, закрываем. Бесплатный кейс. Если хотите, заходите, что-нибудь выбивайте. Тут падает всякая годнота. Наверное, я, честно говоря, немного раз проверял. Так, еще один. Ну, ежедневно давайте напоследок. Чтоб вы уже знали о всем, что тут творится. Например, вот этот ежедневный кейс, это каждый день ты крутишь, и все у тебя классно. Но дроп можно только продать с этого сундука, поэтому не очень классно. Так аркан... Не, я думал, аркан упадет бесплатно за 0 рублей. Нет, 5 рубасов нам упало, ну и ладно. Как бы бонус такой, ежедневный. Так, что это? Случайный легендарь пропал, вернись. Давайте сюда и зайдем. Что-то здесь нечистое творится. Я хочу себе, не знаю, вот этот Rotten Stage, он тут первым стоит, и он тут самый классный, я уверен в этом. Если он упадет, я просто подпишусь на паблик тести дропа. А падает нам какой-то пудлинг. Пудлинг. Падлинг. Не, 11 рублей, конечно, не круто.
легендари мне не нравится. Давайте что-нибудь другое искать. Аркана или смерть, чуваки? Блин, это на самом деле лучший сундук вообще в мире, потому что ты просто вот так нажимаешь, и все. И у тебя либо аркана, либо ты идешь нахер. И мне эта концепция, в принципе, очень нравится. Потому что все время ты, когда открываешь сундук, ты все равно хочешь 2-3 шмотки, все остальное тебе нахер не надо. А здесь просто до минимума свели. Либо аркана, либо идешь нахер. И я иду нахер. Ладно, давайте на кого? На SF попробуем. SF это хороший парень, красивый, огненный мужик. Так что если мы выбьем себе скин на него, то будет все очень круто. Блин, сколько аркан крутится. И сейчас на смешки пойду, да? Блять, ну сколько можно, чуваки? Две арканы я уже потерял потенциальных. Третью не хочу, давайте. Фух, давайте на фантомку. Давайте на фантомку, классный герой. И почему бы, в принципе, не открыть? Поехали. Медленно что-то раскручивается. Я уже хочу, типа, ну, экшен. А тут анимация идет 15 лет. Я успел бы куда-нибудь сходить, чай себе заварить. Топ! Так, ну, нет. Ну, блядь. Ну, зачем? Не хочу. Поделиться, да, поделиться. Все, продать. Ладно, чуваки, тут не везет, повезет день в другом месте. Может быть... А где нам может повезти? Давайте, короче, заканчивать это говно, откроем что-нибудь. Или... Ладно, давайте голден еще крутанем. Только золото, в принципе. В принципе, говорят, красиво. Только золото. Какой-нибудь голден деворлинг был бы кстати. Он стоит там что-то 1002, наверное, я не знаю. Не, падает какая-то херня. 175 рублей. Да. Чё-то не кайф. Ну и будем, наверное, заканчивать. Надо, наверное, крутануть что-нибудь подороже под конец, чтобы было больше экшона, чтобы было больше каких-нибудь, не знаю, интересных моментов, веселых, забавных, смешных. С Dragon Club хуком, например. Очень классные моменты с Dragon Club хуком я слышал. Так, фрактал, батл фури. Хорош. Так, оставляем Battle Fury себе и крутим дальше, мне этот кейс понравился. 800 он стоит или сколько этот хренов меч, двойной топор? Разыгрываем, короче, двойной топор, чуваки, уже, вот минимум, короче, двойной топор, разыгрываем, ставим лайк, подписываемся на канал, оставляем коммент и через неделю на моей странице. Ну и какой-то медведь нам падает, блохастый, за 150 рублей, вообще неинтересно. Давайте, короче, Immortal Arcana и сваливаем. Если ничего уже не выпадет, то и так нормально, потому что Battle Fury подняли, и почему бы, собственно, не остановиться на этом говне. Ну давай, крутись, собака, чё ж так долго? Genuine Blood Feather. Ладно, не буду вас английским мучить своим прекрасным. Остановимся на этом. 273 рубля, это, конечно, круто, но выводить я это говно не буду. Так, случайный аркана сет, что здесь у нас вообще падает? Тут, по-моему, все арканы, ну да. Хорош! Завезло. Так, ну и все, и под конец закончили демон итером, мать его. Значит, у нас сегодня аркана есть. Ролик получился, наверное, хороший, даже если аркан-то упала. Ну и окупились мы тут очень-очень много раз, насколько я помню. Ну, как минимум, раз, два, три, четыре, пять. Раз в 5 мы окупились, это хорошо, вроде даже в минус не ушел. Так что, если хотите, он, кстати, да, чувак какой-то с Кади вытащил. Если хотите, заходите, если не хотите, не заходите. Главное, лайк ставьте, в конкурсе участвуйте, чтобы мне подписчиков побольше приходило, это самое важное. Ну и все, буду с вами прощаться, завтра будет новый ролик, так что не забывайте заходить на канал, ставить колокольчики и делать лайки, ну и вы поняли. Все, всем удачи, всем спасибо, всем пока.